В соответствии с поручением губернатора Московской области, региональное правительство приняло ряд мер по наведению порядка в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг на территории Подмосковья. Затем, как они воплощаются в жизнь в нашем районе, наблюдал представитель общественной палаты Московской области Дмитрий Боробов. Крыша сейчас не течет уже? Нет, здесь не течет. В первую очередь он посетил Петровское. Такое пристальное внимание обусловлено тем, что военный городок стал частью муниципального образования всего год назад, со всеми своими накопившимися и нерешенными за долгие годы проблемами. Но сейчас муниципальное образование меняется к лучшему. Мы должны построить стадион в сезон и качественно. Поэтому те работы, которые можно вести в зимний период, их возможно какие-то вести. Там сейчас и по отводу, ливневых вод ведется, все это можно вести. В ходе поездки делегация общественной палаты посетила и строящийся стадион, и бывший дом офицеров, и другие объекты. В результате была отмечена удовлетворительная и оперативная работа подрядчика. Сейчас мы можем с вами видеть, что освещение ремонтируется, дома находятся под контролем. Управляющие компании взяли в управление дома, жители выбрали, работы ведутся. Дома красятся, крыши делаются. Видна работа в данном бывшем военном городке. Люди довольны очень тем, что происходит. Вот сейчас мы можем видеть за нами детскую площадку, а также хоккейную коробку и сцену, которая была установлена после передачи из ведения Минобороны. То есть после передачи жители стали жить лучше. Всего за год в Петровском произошли большие перемены. Но останавливаться на достигнутом в администрации не собираются. Впереди еще много работы. Предстоящие работы будут, опять же, вот касаемо даже рядом стоящего дома 130. Здесь будет заменено все водоподведение внутри подъездов. Будет обшито здание новыми сэндвич-панелями. В общем, городок меняется на глазах.